первый трейл, правильно, в дождь, хорошую погоду. Не сидится в хате хлопчику малому. Тягни его речка. Выбрались, едем. Едем, идем в горы. В горы. Закрывайте машину. Погнали. Макс, закрывай машину. Алло. Машину закрывай. Начало пути. Вообще трейл небольшой. Должен быть легкий. Но погода нам не повезло. Но раз приехали, сейчас посмотрим, насколько нас хватит. Кстати, дроны запрещены. И мне, кстати, сказали. Я думал, ну, можно утром, либо вечером втихаря где-то поснимать классные места трейловые. А оказывается, по рассказам, как бы, которые ходят адвенчеры, байкпакинги, вот это все, нельзя нарушать правила. И тебя может забанить. Просто несло. То есть нельзя по факту снимать. Вот и все. Так что не нарушаем правила, не снимаем на дрон. Обычно здесь воды нет. Но сейчас есть. Первой точки мы дошли. Пока девчонки делают контент, мы с Полей спрятались в скале. Только воды мы не ожидали. Поэтому до конечной точки, походу, мы не дойдем. Воды реально больше, чем ожидали. Придется прыгать по камушкам. Особенно Лена в кроссовках. Ну что, погнали? Погнали? Давайте. Если вы пройдете, тогда мы пойдем. А если нет, то нет. Блин, Макс, я вообще боюсь. Смертельный номер. Мама, вперед! Вау! Та-дам! Чуть бы не упали. О, Личко! Вверху оказаться. А вот, кстати, мужчина, я его не заметил. А точно? Спускается. А он прямо в этот срез. На камере реально не видно. Вот сейчас я вам приближу. Смотрите. О. Первое приключение на все 120%, да? Семья. Поль, ты как? Поля, Поля была радостная вообще. Поля радостная. Ну, сейчас переодеваемся, ждем Вику. Вика пошла еще дальше немного. Мы уже, конечно, да, не решились, уже и так все мокрые. Сейчас ее ждем. Но сегодня дождь. Зато классно прошлись. Все. Блин, у меня прямо, ну, что-то я подумала про пиццу, у меня прямо слюни в этом,
во рту образовались. Блин, ну как тебе американская пицца? Пицца Хат. Неплохо. Неплохо. Я взяла манку, кстати, с этим, с белым соусом. А не с красным. О, да? Угу. Так, день номер два. Сегодня нам везет с погодой. Солнце, но ветрено. Уже приятней. Идем на следующий сайт. Повезло ли? Можно сказать, тоже местный. Здесь как на Гавайях, либо на Ланзароте, там, где я был. Все в черном. Лава. Поля довольна. Идем дальше. Поля, скажи, как здесь красиво? Да? Первая точка. Оля покорила. Ой, так тепленько тебе там внутри с папой. Финишная точка. Красиво. Здесь какие-то дожди, много воды. Оль, ну как тебе? Оля, что скажешь? Красный нос. Красный нос. Скажу так. Хорошо. Наш местный стейт-парк Snow Canyon. Здесь, кстати, проходит, уже говорил, но еще раз повторю, половинка Айронмена. И второй на сегодняшний день хайк Лава Фло. Готово, Поля? Видите, какая красота есть. Красотень. Погнали. Главное, что 14-й. Красиво! Поль, как тебе? Красиво? Красиво! Идем дальше. Ищем проход в лаву. Пока не можем найти. Пещера. Поля, как ты думаешь, мы пройдем? Нет. Поля, девочка моя! Мама, мы внизу. В лаве. Дальше только Поля может. Да. Пускаем? Нет, поползу. Поля, девочка моя. Поля, тебе как? Видно там? Говори, что там видно? Там можно пройти, но... Идем. Иди ко мне, иди. Связка. Покоряя цель, вниз идет. До поля. Вот туда можно в пещеру. Спустились. Ну да, там темно. Ну так, стремновато, ребята. У меня камера пишет, слишком темно.
Красота.